В течение 3 месяцев жители улицы Трубачева обходятся без тепла и горячей воды. Между тем, в местной управляющей компании заверяют, что в сложившейся ситуации их вины нет. Эта система должна обеспечивать водой и теплом более 300 квартир. Но сейчас датчики и термометры показывают нули. Нет давления, нет подачи воды. Это воздух туда захватывает. Нет воды. Неудобства для горожан затянутся максимум еще на неделю. Уже 18 сентября ТГК обещает восстановить горячее водоснабжение. А пока жителям приходится справляться с этой проблемой своими силами. Вода отсутствует, потому что нету. ТГК ведет ремонтные работы на своей трассе номер 5. У нас нет воды вообще. Я же сам ее не делаю. Вот это. Мы же только эксплуатируем. Рихтная вода идет в Крейцию. И отопление, и горячую воду подогревает их там. Все от них идет. Приходится трудно, всяко-разно, греем воду, дети маленькие. Вроде бы сказали, что 1 августа сначала. Они сказали, что вот как вот этот вот блок запустят, так только и сразу будет вода. По сообщению пресс-службы теплогенерирующей компании, после подачи горячей воды к теплу в первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы. И только после этого оно придет в остальные жилые объекты. В данный момент ремонтные работы близятся к завершению. Мария Колычева, Даниил Дурхисанов. Новости дня.